В этом уроке научимся делать быструю ретушь при помощи обычного инструмента ластик. Вот на примере фотографии этой девушки, где, как мы видим, есть немного расширенные поры. Будем их сглаживать. Итак, приступаем. Для начала сделаем две копии этого фото. Нажимаем Ctrl-J и еще раз Ctrl-J. Вот у нас получился слой 1 и слой 1 копия. Переходим на слой 1. В верхней панели переходим в фильтр. Размытие. Размытие по Гауссу. И выбираем такой радиус, чтобы кожа выглядела гладкой. В данном случае можно где-то 5 пикселей поставить. Окей. Далее переходим на слой 1, копия на верхний слой. И в левой панели выбираем инструмент ластик. Нажимаем его. В верхней панели устанавливаем размер ластика. И жесткость. Жесткость поставим нулевую. Нажим поставим процентов 20. И переходим на саму фотографию. Зажимаем левую кнопку мыши и начинаем просто вводить по самой фотографии, по коже лица. И видим, как все сглаживается. Все эти поры просто разглаживаются. Единственная предосторожность. Смотрите, аккуратно вводите, где контуры глаз, контуры носа и рта, чтобы их не размазать. Все остальное мы потом можем восстановить. Вот где-то так мы сгладили кожу. Надо немножко придать ей текстуры. Для этого переходим на нижний слой 1. И вот здесь в слоях, где непрозрачность 100%, мы берем ее, просто уменьшаем. В данном случае где-то 70 вполне подойдет. Смотрим результат, что было и что есть. Вот так девушка выглядела до того, как мы применили этот быстрый метод. И вот так она выглядит сейчас. На этом урок окончен. Всего вам хорошего. До новых встреч.